артист Российской Федерации, тоже своего рода бургомистр, Сергей Паршин. Сергей Паршин, пожалуйста. Добрый вечер всех Татьян с именинами. Когда выходит книга, это всегда прекрасно. Я должен напомнить авторам, что у нас такая традиция добрая, завелась, что только книги, только что вышедшие в жизнь, обычно появляются у нас в театральной библиотеке Союза театральных деятелей. Ну и в театральной, конечно, еще не сидят, кто-то не поддержит. Мы надеемся, что мы будем иметь и будем читать, я уверен, эту замечательную книгу. Потому что и автор, и героиня этой книги очень замечательные женщины, и, извините меня, так по-человечески, они личности. И хочется пожелать им творческого долголетия, здоровья, всего самого-самого теплого, а это вот от нашей организации. Сюда бы, конечно, хотелось сразу пару. Татьяна Сергеевна Микулевская.